все-таки мы приехали издалека, прямо вот с полярного круга, всего на один день. И это такое счастье было попасть в театр, потому что у нас в городе профессиональный театр. А чем именно эта постановка понравилась? Что особенно в ней было интересно? Ну, игра актеров. Очень-очень интересная игра актеров. Сама постановка классика. Я очень люблю Островского классику. И вся эта атмосфера вот для нас не столичных зрителей. А что-то необычное было в этом спектакле? Чего бы вы могли бы ожидать от классики? Чего бы я не могла ожидать от классики? Ну, необычные декорации. Очень необычные декорации, постоянно меняющиеся, то есть, да, это немножко не классический, то есть его вроде в классическом стиле, вроде не в классическом, вот это смешение, что-то новое, здорово.